2,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов поступило в городскую казну с начала года. Это на 38 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Основной доход муниципального бюджета остается НДФЛ. Налоговых доходов собрано 2 212 400 000 000 рублей, или 100,3%. Переполнение составило 6,4%. В структуре налоговых доходов бюджета города наибольший удельный вес традиционно занимает налог на доходы физических лиц 72,7%, земельный налог 9,5%. Сумма переполнения доходной части бюджета будет направлена на решение острых проблем, капитальный ремонт домов и благоустройство. Однако этих средств недостаточно для реализации масштабных планов по развитию областного центра. Между тем, количество безработных ульяновцев, по оценке экспертов, порядка 20 тысяч человек. Многие из них фрилансеры. Здесь у нас целый спектр решаемых задач. Это и легализация трудовых отношений, это и обеление заработных плат, это и вовлечение тех людей, которые сегодня не заняты, скажем так, трудовой деятельности в малое и среднее предпринимательство. По словам Дмитрия Вавилина, необходимо принять меры и в сфере несанкционированной торговли, а также провести глобальную инвентаризацию городских территорий для бизнеса. Эти меры направлены на повышение поступлений и поддержку предпринимательства.